Я тут на пробежке нахожусь в маленькой деревушке Эль-Салем. Ну и пробегая вот тут мимо ресторана, увидел сегодня праздник, где выступает марьячи. Вот решил вам показать, как это весело проходит. Так вот красиво на берегу моря. Люди отдыхают в ресторане. Ну вот как-то так отдыхают люди. Всего хорошего. Увижу еще что-нибудь по дороге, обязательно вам покажу.